Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на керри Рейскинге. Рейскинг, к сожалению, один из худших героев в доте на сегодняшний день. У него топ-3 винрейс конца. Но очень хочется на нем поиграть во что бы то ни стало. Обожаю этого персонажа, что-то в нем такое особенное есть. Играю не один, играю в пати с Алиной. С Good in Life. У нее также свой твич есть. В описании будет ссылка. У тебя оранжа нет за контроль, да? Блин. Кстати, не заденайл. Уже неплохо. На линии, конечно, у нас гораздо слабее. Мне было очень большой. Нет. Хотя да, давай. Очень часто спрашивают, почему вампиризм на первом уровне. Это не столько вампиризм, сколько скелета. О, кажись, плохо для себя ситуация закончится, да? Фейрик есть? Ну ничего, на стекане накопила. Да. Тебе привезти что-то? Нет. Я там себе тангуса заказал сам. Так, нужно будет сейчас виверну немножко цепануть. Приблизиться к скелетам, сразу грей. Ладно, давай дедхантер, похуй. На линии, конечно, просто враг. А он его убил, не? Нет. У меня аж стан 30 секунд, когда я на первом. У вас тоже есть такое ощущение, как будто бой нынче дохуя холодная? Греют только три вещи. Видеокарта при игре в доту в 4К, теплые вещи и осенние подарки. И последние два пункта можно отыскать у эпиков. Но нихуя себе страсть. Это же новая линия крундучков. Скелетон Кинга можно выбить из сундучка всего за косарь. А сразу после, или же перед этим, или же прелин другой вкладки, или же прямо с телефона. Блять, я начинаю забывать, о чем я говорил. А, можно сыграть бесплатную мини-игру, где нужно провести кунку до сокровищ, а потом забрать с него процентик. Самое главное, пройденные шаги сохраняются. По достижению 70 можно утонуть халяву. Мегарунду. А еще по моей ссылке боевой пропуск достается совершенно бесплатно. А в пропуске каждые 15 левелов можно вытащить аркану, а на 60-м забрать ДК Хук или Скелетон Кинга. Ссылка со всем этим кайфом в закрепе, а вместе с ней промо на 15%. Не зря я заблочу. Нет, я отведу пол пачки потом. Да можешь полную отводить, в принципе, плевать. И че это дикарка? Утащила сентри у него. Прямо из-под носа. Да. Ну, кстати, тавр под. Ой, крипов под тавр завел. Еще великолепно. Вообще волшебно. Ну я всю пачку ту. Умничка. Убиваю эту пачку. Все равно крипы слабые, ничего не сдохнет. Прям первый туда можешь ебнуть. Не. Жалеешь ману? Там да. Мне придется сейчас крипов под тавр завести. Иначе не в танче хотя. Булинг. Не бы второй. Блин, у тебя третий уже не берет. Не жрется дерево. Не жрется и точка. Крисов оттянешь в мою сторону. Постепенно. Так, знаменосица. Знаменосица не прокатила. У меня аж акцент прирезался из родной селухи. Знаменосца. А чё за акцент такой? А у меня коренное население региона. Они как пишется, так и читается. Необычная речь. Он без пассивки. Можно будет сейчас по нему скинуться. Чуть-чуть. Подли. И по ренжевику сейчас поможешь мне. А, не забей тогда. Сам ты двух ренжей забрал. Сейчас здорово. Лотос у тебя, да? Едем. Когда ты сказал скинуться. У меня маны не было. Хорошо. Я взорву. Ну, слушай, мы выиграли по итогу линию. Хотя она безнадежная была. Да. Ты умничка. Спасибо. Хотя слышно тихо. Ты Лёша играешь? Нет. Просто не...
Хотя не знаю, возможно, мне нужно прибавить. Мне уже сегодня жаловались, что я тише стала, чем была. Могу прибавить в Дискорде опционально. Вот ты крыса. Вот это ты крыса. Че, убьет? На, и сразу. Умница. И тянуть пачку в свою сторону. Вообще волшебно. Я выложил шмотку. Угу. Где? Ага. Давайте тяну снова пачку в нашу сторону. Нет, сейчас никак. Шабок пригласить. Да путь занят. Золотцем попробуй прокраса. Я да, пока да. Поразвлекаю их. Хп, ты же готов за это затрейдить. Верно, не, пошла. Верно, прям хочет. Ну, статейт хантер не пошел. Возьми 4 они скелета. Меня убьют сейчас. Не, не убьют. Балка не выросла. Не завалялась Фейрика, к сожалению, да? Чё, блядь? Ты на кого быкуешь? А, вампиризм? Хорошо, Владмира. Чё привезёшь? Фласку. Да можно к ногу сами обойтись. Фласку только если есть нельзя сразу. Да. Ой, опа. Путч, ты вешнешься к нам? Они тут в краях уевшие, по-моему. Добьешь? Подойду, сдохну. Хотя... Извиняю. Ничего страшного. Я ульту на 6-м 10 лет не качал. Спасибо ты большое. Ты будто меньше играешь. Что за палево ты создаешь? Блин. Они хрону, наверное, забрали. Я себе, блять, пак летит. Бросай меня. Беги, спасали что ли по своей жизни. Так, я тебя подприбавил. Надеюсь, что-нибудь из этого хорошее выйдет. Поговори. Говорю. Ну, чуть-чуть получше стало. Рискуешь. Ну чё, развела на кнопку. Блять. Я тут нажму. Самое главное, это Хантер левел 5. Это Виверна левел 6. Левел 6. Зато они две ульты всадили. Че у Магнуса за тычка такая? Классическая для Магнуса. Ну нет, там ДД. Мигрирую. Нет. Все, у меня стадия пококачила Радика. Дайте-ка я курьера здесь оставлю. Мне нужно будет с его помощью контролить скелетиков. Третьего скелета тут получится, наверное, получится. Есть перчатки дуэлянтов.
Vision сюда даже дам. Вообще волшебно. Экспо получай аккуратно. No. Выбью нейтралки, вернусь на линию. Сэмочка пока левел 6 получит. Темп у меня сносный. Жаловаться не на что. Вообще ульта откатывается, я бы на самом деле даже попробовал на топ сходить. А ты без бутсов еще? Заказываешь, бутсы прилетят, сообщи. На топ, может, сходим. А что, на боте можем повторить? Лучше. А, у тебя ульты нет. Сейчас я куплю шмот, она. А мне что-то казалось, что сейчас будет ульта. Давать будет. Прости, братан. Пытаюсь пристать. Ой, как хорошо-то. Но почему меня, а не чела, который вывез? Сенс же. Я в ахуе. Типни Магнуса. Так справедливо. Так-то лучше. Немного рискую тут, конечно же, штукой. Блин, не получу шестой или нет? Давай ко мне на топ подваливай. А, ты занята. Я вижу весь мир от края до края. И потому со своей высоты без малейшей тени сомнения провозглашаю. Дело... А сейчас ты что я сделал? Фразочка смешная. Метровая. Блин, зря отошла. Ты не придешь к нам? Нихуя он огромный. Да убей их, да убей, да убей. I will say thank you, but I recognize так, Стихов, он меня немножко зарядил с кайфом. Там к тебе вроде кто-то идет или нет? Пускай идет. Когда врат валится. Сларк без ульты. И маны у него очень мало. Такое тихо. А, это у меня наушники в ноль выкручены. На самом деле все очень громко. Хорошо. Собирай кач. О, это что? Скелет в Т2 пошли, к сожалению. Я что-то казалось, что успею их перевести сюда. Знаете-ка, я, наверное, музло убавлю даже. Вот так вообще оптимально будет. А, линии еще пару процентов добавлю. А, убивают, убивают. А где убивают? А тебе не вижу. Так, давай 2%. Думаю, оптимально. Кларит сбить? Ой, хорошо. Кларетки лишился. Или кто? Что? Кто кларетки решил? Сларк. Мои скелеты прибежали, сбили ему кларетца. Я тебя опять закартавил. У меня тоже иногда бывает, что я не могу урай выговорить. Мне кажется, это заразно. Звучало. Как претензия. Нет.
соло. Умница. Я чувствую, тяжело тебе, когда я тебя с третьей позиции выгнал. Ну, кстати, вот хотя бы отыграться я смогла. Хотя я на третьей позиции со стату хуже играю, чем это. Хорошо. Потом курсы нету, рывай. И скелетики заспавнились. Вообще хорошую смешную нарезку устроили. Восхитительно. Из жуткого гнезда я вижу весь мир от края до края. И потому со своей... Ничего себе, Скаймак дикий. Очень нравится эта его фраза, да? Да я про другое, про то, как он моментально депешнулся на фарм эффективный. При этом не став на мою директорию, а фраза, да, фраза прикольная. Эссетово. Криминалишь? Почему? Ну, я шел на этих древних собирать руну. Хм. Не может. А с каким скиллпоинтом ты руну забрала? Рассказывай. А чтобы приблизиться к 10-му левелу. Таланты на ХП? Нет, на радиус. Я убийца. Хорошо. ХП. Переложились опять шмотки. Таймкрадик сносный. Могло быть получше, конечно, но... У меня тут есть смерть. Тут как будто все могут быть сейчас. Убивают. А, дерьмо ситуация. Как же скорости атаки критически не хватает. Ладно, погнали, блин, корчит. Охренел? Найс. Я чё охренел? Мне нужна помощь, мне закажите. Набрал. Пошли убивать. Не, я без ультимейта же. Сейчас тут пак будет. Нет? Нет, он вышел. А я тебе могу спину ТП дать. 15 секунд ультимейта. Могу в сторонке постоять на максимум. Блин, немного отчаянно было. Я вышел. Я что-то не рассчитывал, что он робот даст. Пока Равейджа нет, можем в решпи смотаться. Я скелетов откоплю сейчас. Всех разиком добил. Погнали в решпит. Не хотят, откажись. Как же со скоростью атаки тяжело все. Как же все безнадежно. Не расстраивайся, ты еще кентавр застанешь. А играй с барабанными ботинками, слушай. Про тебе верно ботинки? Самое то. Угу. Окей. Я запомню. У нас два героя с большой плюхой. С маленькой скоростью атаки. Спасибо. Ой, а мне пиздище пошло.
Их тут, короче, больше одного. Вот этот тут, этот. Сип не закончился. А. Четыре. Их тут больше одного. Ой. Чё, блядь, тебе позволяет это нахуй? Без древа же. Блин, жалко мне. Я Новый год. Я нормальный Новый год. Я для красоты прожал. А я на ценке ульту отменяю в критических ситуациях, потому что очень хочется дотанцевать. Кстати, да. Жиза? Да. Бля. Курьер. Да, он типа в курсе стоит. А. Чё, сиди кипучи. Мдус. А! Я тут жук послание пишу, он его пак убивает. Слушайте, их сейчас будет 100 человек тут. Какая беда. Уже. Да, надо уходить. Ой, бля, уходи. Ничего не обещаю, братка. О, oh, no. Какой же тавр живучий. Я сегодня в турбо играл впервые. В самом деле, как этот режим добавили. Ну, я поиграл одну игру, когда его только добавили. Турбо? Ага. Подожди, к чему ты сейчас про турбо сказал? К тому, что там постройки очень быстро падают. Комфортно. Там суммарно база ломается меньше, чем в обычной доте смотришь на глифы. Мне так глифы заебали. Такой искусственный способ игру подольше сделать под International. Ведь они не удалили это. Я думаю, они так под интотянут с помощью глифов, вот я... потому что фантазии нет. В лигу играю, когда там очень сильно не хватает глифов. Если к вам зашли на базу, то, скорее всего, вы проиграли уже 100%. Это неприятно. Ну, такой системы камбэков. Ну, вспомни у нас игру на Dragon Knight, если бы мы ее проиграли за 20, не за 55. А, нет. Согласись, было бы поприятнее. Тоже верно. Нет, разорвали жопу, пытались спасти игру. Где тролль с БФ на 22-й? Байбеки есть. Что-то я перебыковал. Их там 5. Все. Мне очень нравится его подсчет. Их там больше одного. Их там 5. Равно все. Ага. Кайфовый парень. Че Сларк такой бешеный? Чему не выловил, как у меня? Тут разброс рангов, кстати, глядите какой. Это же просто чудо. Мы эту игру 10 минут искали. Ну и сейчас 3 часа ночи. Так что даже удивляться не стоит. Ты бы знал, как я себя сейчас сдержала, чтобы первым не нажать вот этого крипа. Вторую руну мудрости не получаю. На самом деле, по ощущениям, очень нужно. Извини. Но эту руну не отрежу. Пожалуйста. Тут Сларк. Я реально на пятерке ставлю. Я с Орчидом поймаем пока? Он еще не видел Орчид. А, у него Йола. Может, лучше башню побьем? Да, да, да. Хотел и то, и другое. О, насколько другая игра. А вот жабу можно. Жабу нужно.
Арбы нет. Блинка нет. Наш. Ой, как что, вот уж полетело смачно. Нихуя. Нихуя комбинет. Это что? Сларка нужна. Сларка добавить. Хорошо, файт сложился. Просто прекрасно. Я его не убью. Чуть не самый уверенный у меня дамагаров. А курьер убери. Это под якорем урон отрицательный. Я бегу к тебе. Ты натебется когда-нибудь? Надо было все-таки выходить. Они тоже бай отлетают. Ну, Сларк, кстати, с двумя медасами на базе посидел. Я думаю, он расстроен. Нихера себе. О, как это было близко. Ну ладно, ты жива, уже неплохо. Я не поняла, кто меня засейвил. Магнус? Это был Магнус. Какой же этот хантер непрошибаемый. Но скиллами попроще будет, да? Ой. Как же мне нравятся три киллы, ты бы знал. Догадываюсь. Чё? Почему здесь нет роли вот именно которой? Тебе нужно просто киллы стелить? Да, да. Стоять на базе, нажимать ультимейт Зевса, да? Да, да. Ну или за лимон рядом бегать. Противно так. Как тебе тогда не давал топоры стакать? В комментариях, кстати, очень много защищали твою проблему. А, про то, что визуально тяжело? Да, да. О. Есть люди, вот которым добровагов, когда визуалы, по-моему, так и называется. ОКР это называется? Нет, это не ОКР. Когда просто визуальное восприятие, визуальная память очень сильно развита. Это же нет. Хорошо. Как говорится, не. Секунда, это было торно. Это было такое стеснительное мило. Да, я последний раз, когда делал ны, у меня потом девушка в ахуе была полнейшим. Ну, ты была со мной в пати вроде, да? Когда я прям сочинющие ны выписывал. Там, да, я помню. А у меня еще теща была дома в этот момент. Да, вот я хотела просто сказать, думаю, мало ли, это секрет. Что у тебя теща была в шоке. Добило, братцы. Ну, арба потрачена. Что вы, ребята, почему меня? Бля, хуйню я зафорсил по итогу. Ну, ты не будешь комнате, ты не будешь. Я выхожу. Уходи, уходи. Ну, такой одинокий, знаешь, был вкусный. Подруинил я сильно. Ладно, не первый раз. Это звучало токсично. Немножко, да. Бля, я так на эту пачку смотрел, такими глазами голодными. Ребенка на боте сейчас. На топе была пачка огроменная, на первом Агнесту Пэшнлс.
Большой команде не щелкают пастью. Опять руны забрали. Это не я. Как же больно. Зачем он? 25. Да, ну у ВК очень сильные скиллпоинты. Начнем с того, что в принципе я не особый герой. Но скиллпоинты сильные. Можно ебануть смока по низу пойти просто. Глиммерки, покупайте РНС инвиза в команде, нет? Я бы купил Летар, но Грейсивер слишком слабый, ничем. Хотя, все равно можно. Да, куплю Летар, забей на Глиммер, не обязательно. А что, есть? Блин, боимся. Короче, пошли их наломать последние это два. Я бы Рэшпит сначала сбегал. Это было бы идеально, мне кажется. Все равно здесь. Да, я через гейт сейчас приду. Оставлю скелетонов на депе. Почему ты вдруг решил играть в Дискорде с людьми, которые тебе помогают? А это для разнообразия, то есть чуть-чуть так, чуть-чуть иначе. Слушай, мне дали аккаунт, сказали, на нем можно пиликать на союзников. И отправлять эмоуты нельзя. Да. Ну-ка, они починили контрола? Да, супер. Это здесь использует ли, верно? Да. Давайте сломаем. Терминатора хочешь фармить? Не? Ой, а мне похуй. Ой, ты барабан на ботинке нажала, чтобы мы его быстрее поярили? Я с Ларка могу. Хорошо. Ты же всегда так буду делать. Мне постоянно звук паузы мерещится. Блин, немножко не те звуки издавали сейчас. Жаль, рапиру я куплю уже, когда от нее толку не особо много. Лучше поймочник, да. Факта. Новый разик, который можно будет разобрать. В любом случае, этот сакрат нужен, практически необходим. Нет, нет, не бей. Подойти к тебе? А там сидеть за БЖ? Соло. Типов нет. Хорошо.
Окей, погнали, просто дал нам быть хату. Их. Да. А чё? Хорош. Что там произошло? Хочешь, Агра тоже привезу? Давай, давай. Нет. Магнус привез клерка. Ну, почти. Сори, я под курсор героем стал. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Лучший, лучший. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки. В описании ссылка на бусконтору. Что? Там видишь эррор в троне. Нет, не видел. Ну и получается всем огромное... Что еще раз? Не успел заскринить, сори, перебиваю. Да бывает. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо, разумеется, за лайки. И мир вам.